Ну, прикольно ощущается игра, конечно. Мертвые только между собой могут. Найс, пообщались. Алло. Не, мы с Диной вместе были. Где троп? Весна рядом была. Бля, я аж в Дискорде. На входе, короче, начал бежать. На входе в электро. На входе в электро. Это не Джози. Это не Джози, но от меня опять почему-то все тупо убегают. Я пошел в навигации были. В общем, это, скорее всего, убийство и саморепорт, потому что я только-только в электро зашел, и трупа там никакого не было. А кто за тобой бежал? Подожди. Никто за мной не бежал, я не знаю, у меня света не было. Ну, в общем, это бит, скорее всего, саморепортнул. Окей, смысл не саморепорт. Ну, на него не похоже, если честно. Почему на него не похоже? Я в Дичь Весна. Если я рядом нахожусь... А ты, то есть, кровь не видишь? У меня не было ни крови, ни кнопки репорт. Я подошел, чтобы электричество только щит открыл. Финн либо не видел, кто за ним бежит, я хуй знает. Да. Десерт, а ты с кем был? Либо я Джози, вы втроем побежали вниз. Либо я мог я сейчас подмигивать, побежал наверх, побежал на Джози. Ну я... А ты видел, кнопку? Подожди, то есть кнопки репорта тебе не горела? Я все еще вооруженный. Да, вот он Wi-Fi грузил. Фин, у тебя не горела кнопка репорта, так сказать. У меня не горела кнопка репорта, значит это ты, скорее всего. Понимаю. У нас просто скинпачи, а десерт с Джози, мы втроем с девчонками, бист или... С одной стороны, я понимаю Фина, а с другой он же в натуре просто убьет, пойдет в люки на свои любимые камеры дрочиться, ну по факту. Ну я никого не видел, я просто загорелась кнопкой, я спамил кнопку, наверное, все. Плюс они те, кто любит дрочиться на камерах. Плюс чат. Я осознаюсь, я в беста, поэтому... Бля, ну опять, ну где читрейтер? Евдеич бестом, два трейтера. Прям удержался. Это Финн и Евдеич. Так, пошли свет сечинить. Это Финн и Евдеич, бля, беги, дезертук. Они нас убьют. Это бист, это бист. Я чиню. Я чиню, я починил. Я починил. Мы все тэпнулись через люк. Так, кто тут? Пиздец, я, короче, пошел от вас. О, что там делали? Что медицинки делали? Дефектука убили. Камеры работали. Слишком много говорил. Камеры работали? Авдеич, ты же сейчас с дезертуком выходила. Да. Нет, кстати. я самая первая вышла. Я от вас ушла еще, когда свет не погасился. Ушла в сторону выходили. Реактора. Я зашла в реактор, она думала сделать квест, было... выключился свет, все. Вот выключился свет, вы все покажали или что? Я была одна на О2, у меня нет алиби. Я слышал Дину около метеорита где-то. Ну, бист ушла направо, мы с бистом нашли на камерах. Я был около стола, на камерах видела, прям там как стоял Финнергот. Я ж пошел правее и слышал Дину. Кого ты увидела? Так, а кого ты видела? Я говорю, камеры же горели, наверное. Кто убил? Кто кого убил? Я проморгала, честно. Но там было очень много народу. Так там не видно было вообще. Таким пальцем без башки были на камеры. Я вам докажу это в следующем раунде. У нас там было человек 6, наверное. Я говорю, мы без башки зашли на камеру, после этого к нам пришли 4 человека. Отрубили электричество, я вышел с камеры, подхожу, там репорт горит. А, так это Безбаш в итоге прожал, лол. Я просто тоже как крикнул, меня не прокричал. Я видел, Кинпач и Безбаш выбежали из медицинки, и потом пошли на камеры, их на камерах нет. Короче, я считаю, что это Весна второй трейдер, она прикрывает своего, она видела явный килл. Я тоже не понимаю, почему Весна говорит, что она не видит. Я видела, что камеры горели. Я просто вижу очень много народу, мы очень много разговаривали. Из них кто-то сказал, я вижу, как кого-то убивают, и все. Причем здесь я кого-то прикрываю и так далее. Я бы сказала, что я не видела на камеры и так далее. Тело прямо на выходе. Тело прямо на камерах, а Весна говорит, что она не видела. Выход из камер. А, да, и ты не видел? Кто-то из да. Башкин патч, типа. Либо скипайте, либо в беста голосуйте. Я в этом раунде на тебе стоял. Мне пофиг на этот раунд. Ты по прошлому раунду стопроцентный трейдер для меня. У меня загорелась кнопка, я нажал. Да, я просто зарепортил труп, он меня только не знает. Бля, звук прямо как из космоса, вообще балдеж. Итак, это вот так вот все было из разговора.
То ли твой монстр, спасибо за 2 месяца. Добро пожаловать назад. Так, не без баши, не кинпатча. Так, так, не без Дени, я за тобой бежала. За мной да, я за тобой бежала. Где труба? Красный труп на выходе из нижнего двигателя по дороге к камерам. Получается, не Финаргот. Да, ну то есть первый килл здесь сделал, не получается. Нет, не Финаргот. Я не... получается? Дина точно не почему? Дина почему? Точно я был в столовой. Да, я был в столовой. Сзади меня прибежала. Я был в столовой. Кто на... был разноцвет. Я не говорил разноцвет, не говорил Финаргот. Я сказал, что я просто зарепортил. Блин, я вообще... Я сказал, что я просто зарепортил труп. Большая патика. У нас 7 человек, ты меня топишь, хотя я просто дал... Ты понимаешь, что ты меня топишь за то, что я сделал репорт, блядь, просто потому что у меня кто-то горел. Ребят, смотрите, смотрите, по первому раунду единственная возможная позиция, кроме Беста, остается кинпачи плюс Безбаш. Скажите, пожалуйста, по второму раунду у них было алиби? Я на втором раунде видел, как они пошли из медицинки... И кинпачи, и Безбаш были... Они пошли из медицинки вместе на камеры. И потом на камерах говорят, что... Короче, скорее всего, Весна вместе с кем-то. Но Беста не было, когда мы были на камерах. Весна не я просто хочу сказать, что я вообще была в электрике. Я пересекся с кинпатчем без башом, а они пошли на камеры, и я не знаю, куда. У тебя напарник есть, потому что ты говоришь, что ты на камерах не видела, кто убил. Ну, смотрите, у меня две версии. Либо это Бист, либо это кинпатчем без баш. Сейчас больше у них... Нет, я сейчас был в столовке вообще. Угу, хорошо. Да сейчас, скажу, сейчас это понятно, я имею в виду один из дателей. Авдеич тоже в электрике была. То есть, смотрите, кинпатч я сейчас вместе с ребятами с башом. Так сейчас кинпатч с башом стоят щиты делают. Блин, я думаю... Ну, 7 человек, типа, ну, ты слишком много двое. Я говорю, значит, Бист. Почему? Это либо... Я еще раз объясню. Да, я сказал, что я труп. Я скипнул всем, но я сказал, что я не убивал. Если я умру, я уверена, что это Весна. Это не я в первом раунде. Если я умру, то, пожалуйста, Беста сразу. Сразу Беста. Ребят, вы меня топите за то, что я зарепортил труп. Вы меня репортите за то, что я сказал... Вы меня топите за то, что я зарепортил труп. Если Бист трейдер, то второй... Почему? 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 Потому что Бист был на правой стороне, когда сделали килл на камерах, а Весна была на камерах. Им настоял. Так кинпатч и Бистбаш были еще вместе на камерах, блядь. Кинпатч, это ты? Мне показалось, что ты еще из ямы выпрыгнул, когда голосование было. Ну, может, показалось. Блин, а это нормально, что мы продолжаем обсуждение? Это я вот не уверен. Сложно. Мы же в игре. Мы можем здесь сейчас и пообсуждать. Давайте обсудим, постоим. Давайте постоим, обсудим, ребята. Безбаш, Бист... Ну, как не знаю, как... А где Авдеич? Правильно. Нет. Авдеич в поисках. А может это Бист Авдеич? Может быть. Авдеич в поисках жертвы? Бист, прыгни в люк, если ты предатель. Бист, хорошо, прыгай. Прыгнул, прыгнул. Давайте, я кто сможет прыгнуть? Сижу в люке. Тому мороженому. Сижу в люке. Давайте килл, делайте килл, ребят. Нет, конечно. А мы, может, пойдем свет починим, нет? Я пойду свет чинить. Пиздец, темно, нюхая не видно, помогите. Давайте килл сделаем. Вот, я с Безбашом бегу. Я с Безбашом бегу. Так темно, боже мой. Лё, да... Ну и к чему вот это было все? Полиция приехала. Кикаем нахуй Авдеич, ребят. Кикаем Беста по-любому. Какого Беста? Я свет чинил, блядь. Ну это Беста Авдеич, что ли, да? Что было-то? Я свет чинил, я убежал в другую сторону. Ну смотри, свет был выключен. Я видел, как от света бежала Авдеич, там все тумблеры на ноль. От какого света я бежала? Я на свет бежала. А, на вас точно, смотрите, у нас точно не пара кинпатч Беста, значит это точно Бист. Уводим Беста. Я не Бист. Нет, нет, я не убийца, блядь. Я чинил свет. Я чинил свет. Дина, блин. Это нет, Бист. Нет, я чинил свет. Прощай, Дина. Хуйня, я чинил свет. Это получается безбашный... Последние слова Весны. Нет, безбашный Дина. Последние слова Весны были, я бегу. Авдеич, хуйню несешь. Иди нахуй, Авдеич. Вместе с Безбашом, вы рофлите? У вас последние слова это... Весны. Ребят, послушайте, были. Пожалуйста, меня. Я не нажимайте на голосование, пожалуйста. У нас первый раунд. Так значит, это Безбаш мог быть. А, так это Безбаш, блядь. Я Безбаша пойду. Я Безбаша. Безбаш с Весной. Да, все, я Безбаш пошел. Все, это Безбаш. Это Безбаш. Что? Нет. Это Безбаш. Весна сказала, я это Безбаш. Это Безбаш, это Безбаш. Безбаш. Она сказала, я с Безбаш. Ну, Безбаша и Авдеич потом.
Просто Безбаш единственный, кто прям... Безбаш, а Безбаша первым. Безбаша, потом я нажму на кнопку. Нет, Безбаша. Да Безбашка был весной, она, он ее убил. Я ее вообще не видел, Безбаш. Ребята, в первом раунде у нас только Бис остается. Нет, Безбаш остается, потому что она сказала, что она была вместе с ним. Безбаш, Безбаш. Ну вы даете, ребят, конечно. А что за пиздец? Я нажму на кнопку. Что, ну третий трейтер, ничего. Она блядь, Авдеевич, походу, трейтер. С Башом там рядом никого не было, кроме Безбаша и... Конечно, блядь. Кроме Безбаша и... Типа какие, блядь, ну у меня слов нету. Нет, блядь, Финн, топишь меня. Ну чтобы настолько, блядь. Блядь, я просто зарепортил труп. Я буду ругаться, встаньте, пожалуйста, на меня. Что за хрень собачья у нас по первому раунду убийства? Я отойду из кучи, чтобы не ругались. Я не хочу это слушать. Я не хочу. Дина, 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 у нас не было родосвязи. Дина, 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 Дина. И мы справились спустя 40 минут. Когда ты призрак, если тебя убили и обсуждение... Алло, алло, всем алло, привет. Я мирный, привет. Если убили, будем молчать. Члены плюс в чат. Авдеевич, пошли вместе. Пошли. Авдеевич, ну а вы теперь всю игру друг другу на ушко шептать здесь будете? Здесь, слышите, там этот дезерток подошел, смотрите. Сейчас карточку проведу, ребят. Пошли отсюда, блядь. Пошлите, пошлите, дезертук опасный какой-то, мне не нравится. Дезертук, дезертук вообще мне не нравится. Дезертук, хватит харкаться. Дезертук сейчас свет выключит, инфосотка реально. Давайте, опа. Давайте опа, принц, а ты что тут делаешь? Пока дезертука а нет, ты... давайте, давайте починим свет. Я чиню нахуй. Да. Финн чинит. Так, все нормально, ребят, привет. Дезертук, дезертук. Авдеевич, какой план? Я не знаю, тихо. Чисто втроем стоят, общаются. Обычно. Чисто. Вы что там? Вы что там втроем стоите, общаетесь в коридоре, чилите? Вам нормально? Смотри, как я умею. Ну и че? Это не Экипаж, это не Экипаж. Так, ну, Дина, я бы на самом очень деле... Очень смешно смеялась. Я бы Джози бы выгнал нафиг. А за что меня-то? А да, потому что ты должен был видеть убийцу точно. Он валяется, я типа... потом отошел с камеры, потому что пришли Бист, Дина, я пошел с ними общаться. Ага, да. Я там на камерах видел только, как в коридоре стояли ребята, общались между собой. Я думал, они пойдут квесты делать или нет. Они погоди, это какое? Меня, погоди, на меня хотела напасть, это на каких Дина? Камерах ты видел людей в коридоре, скажи мне. Вот секунд, 25 они стояли, общались. А, это у входа к тебе в коридор. Да. Нет, да, нет, мы ну, с ним стояли, вторая верхняя камера, с Диной да. И с Бестом. Ребят, да. признавайтесь, кто с, с принцем говорил, давайте. С Престолом. С Престолом кто говорил. Если бы... Это не Кенпач, это если не... Если бы Джози был бы мирным, он бы дал бы инфу по камерам, где труп валяется. Я бы сказал, не видел я трупа на камерах, лол. Я бы сказал труп. Немного иначе, кто не кто с принцом говорил, а кто с ним последний раз... Это, не договорил. Да. А так давайте методом исключения. Кто был сейчас в камерах? Ладно, я Финаргот, Бист, Весна, Джози. Да, мы в камерах. Я, Кенпач и Безбаш были в навигации, троем стояли. Отдыхали. Я тоже недавно была в камерах, но я сейчас типа делала... Мы тебя там не видели. Ну она сначала там была. Она сначала там была. Я была там, я ушла. Мы с Авдеевич вместе туда пришли. Типа я там была. Мы с Авдеевич вместе туда пришли на камеру, она потом ушла. А где только что я там была. Не-не, труп не на камерах. Нет, Джози точно трейдер. На камерах сухо. Да за что? Все, Финн, от стола далеко не уходи. Кто-то из нас Джози явно трейдер. Это угроза, это угроза. Блин, это такая... Авдеевич, ты трейдер? Оп, оп. Нет, я не трейдер. Хочешь, будем вместе? Джози, Бис, ты трейдер? Не, я боюсь вас. Да я не трейдер. Алло, мы с тобой уже ходили. Вот Джози... Бля, ты меня не нашла даже. Пизда, ты трейдер. Пойти в да, нет, парни, чё обсуждаете? Это, товарищ преступник, убейте, пожалуйста, Безбаша за это. А ты чё делаешь? А вы тут чё делаете? Пойдём, пойдём аккуратненько. Мне в навигацию, а вам куда? Мне в навигацию.
Кто? Кто? О, здравствуйте. Кто здесь? Кто здесь? Труп. А где труп? Понимаю. Где-то... Ладно, нет, это точно сейчас на 9 была, потому что а она была с нами. Да, сейчас, извини, а была не я, действительно. А это дезертук, что ли? А где труп? В электрике, в электрике. А, в электрике? Блин, это не Джози, это не Финаргот, это не Дина, это не Безбаш, это не я. Да. И не весна с Кинпачи. Ты назвал всех пятерых. Да. Весна получается. Кто-то успел убить. Тогда. Ну, остается опять Настя. Не, Авдеич не может. Это не я, алло. И весна тебе говорит, что это не я, и Кинпачи говорит, что не я. Вы что, что с ними было? Не, они вместе были. А где именно труп валяется? Над щитком где-то? Или где? Там, где включать прям переключателя. Вот там. А, вы прибежали, и он там валялся. Смотрите, я побежала. Джози, Дина и я вот были сейчас на астероидах. Вот. Безбаш тоже был. Да, и Безбаш я, был. И я там был, да. А Авдеич быстро ушла оттуда, а кстати. Меня не было с вами вообще. Ее там не было вообще изначально. С вами так, что за вкид? Так все, и голосуем тогда, раз не было с вами. Я с Безбашей весной была, вы нормальные. Да, нет, давайте на восьмерых не будем, алло. Джози побежал последний, мы стояли, все тусовали. Так значит, это Джози, я здесь. Это Джози, что за вкид? Нет, Джози, значит, подожди, нет. Авдеич, Кинпачи, я была вместе. Он прибежал там последний. Ребят, послушайте, пожалуйста, весну и Кинпачи, я с ними вдвоем была. Ты хочешь сказать, была с нами все время. В общем, это дезертук и Авдеич. Давайте скипнем чисто по приколу. Кидываем Джози и дезертука. Так, у нас, значит... Финаргот меня вкидывает. За что дезертука? Джози, Авдеич, в скобках дезертук. Я думаю, что весна мирная, я думаю, что Финаргот мир. Знаете что? Нам нужно еще следить за теми, кто не получает сейчас веселье от голосового чата. Кто начинен и занят делом. А не так, как мы теле проливали. Или он проиграл уже все. Веселюсь, как могу, поверьте. Алло, дезертук, дезертук. Мы команда. Пойдем, дезертук. Джози уйдет. В смысле Джози уйти? Я с дезертуком. Алло. Одна. Ноль. Что уйти? Дезертук. Что значит уйти? Мы прикрываем друг друга. Да все нормально, мы смотрим и контролируем. Дезертик, успокойся. Алло. Дезертук. Я не получаю весенье. Что? Да все, Авдеич, выводим и все как бы. Понимаю. А, ну все, там точно был. Ну что, Авдеич? Джози там был, Дезертук, там был даблкил. Я потом навигал. Это Джози, алло, это Джози. Это Финн и Авдеич, что ли? Финаргот уже проголосовал. Там был Джози, был Авдеич. Финн, я специально топит. Он специально топит, алло. Смотри, Джози, если я с Авдеич, ты голосуй Авдеич, в чем проблема? Я вообще сейчас на камерах был. А ты вообще уже два раунда говоришь, что это я трейтер. Сейчас на камеру, все, Финна мы убираем. Было его на камерах. Чё, Авдеич? А, погодите, Авдеич? Тогда у нас Кинпачи второй, я на камерах стою. Финна убрали, всё. Я сейчас весь раз. Голосуем Финаргота. Я сейчас стоял на камерах все время. Нет, давайте на камерах он стоял, говорит, это Авдеич. Финаргота. Господи, первый раз как будто игру. Просто Финаргота. Проголосовали, выиграли. Все, давайте. Запаковали Финаргота. Что, почему мы так запаковали? Почему на базаре? Мы обсуждаем, это дискуссия. Проголосовали Финаргота, выиграли игру. Давай, пока. ББ, Финн. Хороший Авдеич. Давай, Джози, красавчик. Давай, куда, кого? Безбаш, сюда подошел. Беги, давай. Беги за Безбашом. Безбаш, сюда иди. Не, спасибо, ребят, спасибо. Безбаш! Я ухожу от вас. Сюда подойди. Безбаш, сюда иди. Ладно, я сказал возвращать. Как? КД не прошел. Алло, каким образом? Там была Дина, там был Дезертук. Вы меня сейчас хотели. Там КД не прошел еще. Там Авдеич с Джози были там. Там еще КД даже не прошел. Я бы его сейчас убила. Мы были с Кинпачи. В электрике я бы его убила. Джози трейтер. Да. Голосуйте в Авдеич, я хочу, чтобы у нас голосовали. Джози трейтер. Кикните Безбаша. Безбаша, он специально прожал кнопку, чтобы скинуть кулдаун. Это Безбаш. Джози. Это Безбаш.
Шевдевич. Джози 3. Голосуйте в Безбаша. Голосуйте в Джози. Весна без Баша. Я в Безбаша. Голосуйте в Джози. Это точно без Баша. Точно без Баша. Все в Безбаша. Джози 3. Ставим в Безбаша. Джози 3. Джози. Поехали в Авдеев. Давай все дружно зайдем. Без Баша проголосуйте. Это Джози. Я вам говорила, что это Джози. Это трейдеры, которые... Джози твой напарник, мы его тоже выведем. Да подожди, подожди. Куда я попала? Какой-то базар. Что за балаган? Без Баш, ребят. Без Баш. Да, я тебя прирежу сначала. Нет, я не хочу, чтобы ты меня резал. Ну давай, иди побегай тогда. Давай, 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 давай. Без Баш. Нет, все. Без Баш. Не подходи ко мне, пожалуйста. Ну все, ну ты понимаешь, что ты не переживешь этот день, правда? Уйди от меня! Уйди! Погнали! О, Джози уже убил без Баша где-то. Кимпачи, держись! Шан трейдер. Кимпачи, держись! Кайфово катаешь, Кенпачи. Авдеич, я старался. Да. Слышишь, а вы что, через другие двери вышли? Это было... никто сразу... Да, они походу... Надо было столовки двери нажать, я просто закрывала им в электрику и закрывала... Да, я типа не успел его догнать. Надо было столовки. Пожалуйста, зайдите в Дискорде. О, понимаю. Крутим? Спасибо большое. Крутим, крутим. Я же назвал, я четыре назвал. Все, сосать, сосать. Но... Дина, Бист, Финаргот. Пусть там срутся. Уважаемый трейдер, если слышишь, не убивай меня, пожалуйста. Весна, если... Да, хорошо. Поверженных. Окей, вот попизжу с весной. Весна, можешь слушать мой пиздеж. Мне заебало, меня никто не слушает. Блять. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Я себя чувствовала каким-то психологом. Я чувствовала себя каким-то психологом. Я нашел ее раньше, нормально. У нас был тройничок на навигации, кстати. Да. А кто участвовал? Ни Башни, Кинпачи, ни я, ни Дезертук, ни Принц, скорее всего. Принц, Песи, Рита сейчас наверху. Так, Кинпачи, Дезерт, Авдеич, Принц. Без Башни меня забыли. В админке потом с нами еще был Финаргот, и он убежал. Куда-то убежал Финаргот. Он со мной на камерах стоял, плакал всем. Да. А, ну значит это Бист. Все, Бист. Он со мной был. Не. Подожди, а где мертвый человек? А где труп-то вообще, да, за репортерами? На электро заданий. А, я там вообще не был. Ну так нет, С тобой, Весна, ты говоришь, что Финаргот был с тобой у камер? А ты видел, да, как он ходил? Нет, я стояла на камерах, сорела, как раз, по-моему, Бист и Дина вместе бежали, по-моему, с админки. Вот на камерах хватило. Тогда... А что? Отдельная камера, чтобы посмотреть, как тебе что? Да. А это может быть Весна, которая убила в электро и встала на камеры, кстати? Через винты. Я не знаю. Да, если Весна не видел, как Финаргот заходил, он мог убить. Я не видела. Да блин, я в глаза долблюсь. До этого передо мной убивали, я не могла вам ответить, кто убил. И была мирная. Камон. Типа я могла не увидеть просто. Знаешь, Финаргот только по этой логике. В смысле, Финаргот? Я в него. Подождите. Да блять, что? Весна, вы ты видела, когда я тоже ходил через двери? Что? Может, вы выслушаете Весна хотя бы, что я что? Делаю? Что? Я видела, я смотрела на админку, как выходили Бист и Дина вместе. Все, все, что я видела. Только в той стороне, все. Ну, значит, он... Нет, не видела, значит, он прыгнул через люк просто, и все. Нет, я не видела, как он. Ты не видела? Не видела. Капец. Бесу кричите. Потратьте какую-нибудь кнопку. Пуп любителей потише ко мне. Да, иди сюда. Что происходит? Так.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Не знаю. Так, ты видела, как он зашел через дверь? Я не видела. Вы меня спрашиваете, иногда я могу путаться, если что, потому что, помните, когда я в Деич убивала, я просто могла не увидеть. Ну, типа, я не видела. Вот, поэтому я видела... Да, это самое. Здравствуйте. Что происходит? Здравствуйте. Что делаем? Что делаем? Просто гражданин, пройдите. Пройдемте. Я пойду листики выкину, подождите. Просто можешь убить без барша, чтобы мы проверили? Да, давайте, убью его. Я отлучусь на минутку. Понимаю. Ля-ля-ля. Дабл кил на У2! Это не Авдеич, это не Кенпачи. Да, и это, скорее всего, кто? Правильно, Финаргот. Да. Финаргот, попавсь, попавсь. Я ушел от меня, и орал, что будет бегать со мной. Я в электрике с принцем стою, так что молчаю. Ну что, весна, давай! Что? 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 Вы меня спрашивали, я стояла на камерах тогда вообще. Какая весна вообще? Все, весна уходит. Да нет, какая весна? Голосуем, Авдеич. Да это не Авдеич. Чего? Ты нормально вообще? Дезертук второй. Это не Авдеич, это не Кенпачи. Так Кенпачи тебе скажет, что это не я, Лоу. Ответь, да пьяница. Десерт был на админке, и он крикнул то, что убили на О2, и мы побежали, и они телепортили. Да, он крикнул, что убили на О2, и мы втроем пошли на О2. Проголосовал Авдеич. Блять, давайте кидим нахуй Финаргоша, блять, пусть молчит там, блять. Да какая весна, блин, вообще, у вас, и понимаете, я не видела, как он заходил ко мне, понимаете, он мог просто вылезти из люка и все. Он просто вылез в люк. Никто не дефает. Я видел ее, в принципе, но не знаю, как давно это было. Погодите, дайте сказать, я в прошлом раунде забежал на камеры, весна на них стояла, а не бежала от люка. Ну... Она не успевала бы сделать, скорее всего, прошлый килл. Я поэтому думаю... это Авдеич, который активно вкидывает и который это была свидетелем. Короче, Авдеич в тот раунд была справа. Фин, ты слышишь меня? Фин, три игрока говорит, что это не Авдеич. Я вам скажу, что может быть это Финаргот принц, и мы виснули. Я думаю, что это принц. Мне кажется, надо. Нет, у нас может быть либо Безбаш весна, либо Финаргот принц. А можете мне рассказать, как принц мог сделать килл на О2, если вот я ушел от вас, когда стояли в админке толпой в электричество, типа, и стою там до сих пор. Ну, блин, да. Весна руина. Блин, ну я думала, Финаргота много пойдут. Он много вкидывал. Честно. Это мой косяк, да. Потому что я ждал репорт, либо нас одновременно, либо меня первым прям сразу. Алло, весна. Алло, как дела, весна? У меня два килла веселых было. А что мне делать? Ты там один, я понимаю. Но весна, Бист попросил тебя убить без баша. Да, почему ты не сделала, что я попросил? Потому что он убийца. Опять промазала, пиздец. Да я тебя просил не убивать меня, весна. Почему? Ты с Башей меня поубил! За что? Почему Авдеич слышно? Блин, блядь, не крутите наркот, за его хуёвые анекдоты, блядь! А, вот это Авдеич откинулось. Блин, ну я думала, Финаргота реально будет голосовать. Так, глядите, мы не проебали эту игру, Финаргот не ебал, я пока зачем ты так её? Это Безбаш, да. Безбаш, зачем ты убил? Я никого не убивал. Все, кто хотят умереть, идут ко мне сами, вот так вот скажу. Так кричала, просила помощь, что ты за ней бежишь. Реально, так я говорю, Кенпачи, помоги мне! Найдите какой-нибудь с его канала, где он говорит, типа, о, наконец-то предатель. Авдеич, тебя не будет автоматически? Что-то такое. Нет, не будет. Это такая ржака будет. Я поставила хоккей. А чё за херня? Чё случилось? Да, а за что вывели Биста, я не понял? Так Биста убили.